Так, загрузить. Перехват. Точно вспомнил, там надо будет какие-то корабли перехватывать, чтобы они не телепортировались. В начале миссии сохранил. И, по-моему, это последняя миссия на этой планете будет. Какие-то гидролизки или кто там? Сейчас их надо будет построить. Моя королева, протосы запустили челнок. Он направляется к каналу искривления. Какой сюрприз! Что ж, нужно сбивать его. У нас нет выбора. Больше надзирателей позволят создать большую армию. Так, таракан у нас только по наземным. Гидролиск воздушный на земле. Нужно больше минералов. Так, ну и газ нужен. Сокрушу любые преграды. Это мой мир. Покончим с этим. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Выкладывай. Так. Один челнок, 7 волн осталось. Я иду. Еще что-то искать здесь надо. Нам нужно больше минералов. Я слушаю тебя. У нас мало времени. Атакуйте улей! Наши челноки должны прорваться! Эта планета станет вашей ледяной могилой. Атакует улей! Я иду! Моя королева, протосы занимались сбором биологических образцов. Они хранятся в этих стазисных камерах. Если получится, мы уничтожим эти камеры и получим биомассу. О! Запустили еще один челнок. Его сопровождают боевые корабли. Ты нас не остановишь, Керриган! Прошу любые преграды. Это мой мир. У нас мало времени. Это мой мир.
Я сокрушу любые преграды. Я иду. Покончим с этим. У нас мало времени. Новая биомасса. Хорошо. Можно использовать для улучшения роя. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Рой не знает усталости. Я сокрушу любые преграды. Вперед! Я иду. Покончим с этим. Я слушаю тебя. У нас мало времени. Покончим с этим. Протосы собирают силы для атаки на наш улей. Мы уничтожили еще одну камеру. Интересно, что протосы делали с этой биомассой? Это мой мир. Рой жаждет крови. Протосы снова запустили челнок. Он движется в неизвестном направлении. Они открывают другие каналы. Я чувствую еще как минимум два. Каналы исцеления, ага. Что теперь? Выкладывай. Говори скорее. Я сокрушу любые преграды. Я иду. Покончим с этим. Это мой мир. У нас мало времени. Вперед! Рой не знает усталости. Вперед! Я иду. Рой не знает усталости. Рой жаждет крови. У нас мало времени. Thank you.
Что теперь? Да. Выкладывай. Улучшение завершено. Я сокрушу любые преграды. Покончим с этим. Я иду. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Это последняя стазисная камера. Изучу биомассу. Поглощу. Смогу улучшить Рой. Вперед! У нас мало времени. Так, что здесь? Так, дополнительно сделано с камерами, с этими. Это уровень прокачается у Керриган. Ну, тут остается только строить гидролисков, наверное. Протосы запускают челноки с новой базы. Что ж, это усложняет нашу задачу. Я иду. Покончим с этим. Я сокрушу любые преграды. Тебя никто не спрашивал. У нас мало времени. Так это же можно вот так вот делать. Я даже и не знал. Типа распространяться. Улучшение наши войска атакованы. Вперед! Только на этой, на черной, да? Невыполнимая команда. Ну, теперь понятно. Да. Тули принадлежит Рою. Что теперь? Я слушаю тебя. Тебя никто не спрашивал. Говори скорее. Четыре волны, блин.
Может, базы их уничтожать начать? Теперь они запускают по два челнока. Ага. Упрямые глупцы. А тут куда? Вперед! Улучшение завершено. Так, это что у нас? Эволюционная камера? А, улучшение, отлично. Преграды. Сваливаем. На перехват. Наши войска атакованы. Тебя никто не спрашивал. Наши войска атакованы. Это мой мир. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Наши войска атакованы. Покончим с этим. Я сокрушу любые преграды. Я чувствую псионную матрицу протосов. Твои войска приближаются к вражеской базе. Я иду. Это мой мир. У нас мало времени. Рой жаждет крови. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Покончим с этим. Наши войска атакованы. Говори скорее. Рой жаждет крови. Я сокрушу любые преграды. Покончим с этим. У нас мало времени. Вперед! Я иду. Протосы запускают новые челноки. Скоро Золотая Армада двинется сюда, чтобы стереть тебя в пыль. Один пусковой комплекс уничтожен. Протосам придется использовать другие комплексы. Для генералов выработано. Наши войска атакованы. Месторождение минералов выработано. Любые преграды. Это мой мир. Я иду. Рой не знает усталости. Враг атакует улей. Наши войска атакованы. Виспеновый гейзер иссяк. Ну
тебя никто не спрашивал. Покончим с этим. Я иду. Тревога! Твои войска приближаются к вражеской базе. Атакованы! Рой не знает усталости. Месторождение минералов выработано. Рой жаждет крови. Наши войска атакованы. Еще один пусковой комплекс уничтожен. Покончим с этим. Я слушаю тебя. Это мой мир. Вперед! Рой не знает усталости. У нас мало времени. Я иду. Наши войска атакованы. Месторождение. Протосы запускают новые челноки. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. Месторождение минералов выработано. Рой не знает усталости. Все пусковые комплексы уничтожены. Теперь протосам не уйти. Месторождение минералов выработано. Челнок-то есть, зараза. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Месторождение. Это мой мир. Ух, я не успел. Теперь канал искривления для них бесполезен. Мы справились. Протосы больше не представляют угрозы. Я поверю в это только когда все они будут мертвы. Два протосских Нексуса. Три из три уровней. Зерглин. А что за зерглин? А, подвид какой-то для зерглинга. Ну ладно. Я чувствую, что ненависть моей королевы пылает подобно солнцу. Но есть и кое-что еще. То, что я не могу понять. Это боль, Иша. Иногда даже ненависть не может затмить мои воспоминания. О враге, который победил тебя? Нет. О лучших временах. О друге, которого я потеряла. Моя королева, ты стала сильнее. В личных покоях ты можешь выбрать новые способности.
Да уж, спасибо. Тебе не обязательно так поступать. Ты можешь просто улететь с этой луны. До того, как за тобой придет Золотая Армада. Я не могу убегать. Наконец-то я это поняла. Мои враги последуют за мной, куда бы я ни направилась. Мне остается только сражаться. Значит, мира между нами не будет никогда. Мира. Разведчики обнаружили большой корабль протосов на другой стороне Луны. Межзвездный корабль, на котором они сюда прилетели. Он не готов к запуску, но протосы все равно запустят его раньше, чем мы до него доберемся. У них всегда есть запасной план. Но я была готова к такому повороту. Хотите сказать еще одно задание здесь? Ну да ладно, но сначала отсек посмотрим. Новое открытие. Улучшение генетического кода зерглингов. Какое улучшение? Сложно. Генетическая структура разветвленная. Потенциально два новых вида. Скорее внедри их в рой. Виды взаимоисключающие. Гены будут мешать друг другу. Нужно выбрать один, от другого отказаться. Я хочу посмотреть на оба вида в действии. Протестируем в эволюционном отсеке. Так, гидролиз, мутация и эволюция, это, наверное, зерглинг. Я хочу заглянуть в твою память, Абатур, чтобы понять, почему при виде тебя я каждый раз ощущаю злость. Воспоминания излишние, ненужная информация. Я прочитала твою память. Именно ты создал королеву клинков. Твои лапы поместили меня в Хризалиду. Хрупкая и податливая. Ломал кости, рвал плоть, улучшил тело. Если бы ты не играл такую важную роль в моих планах, я прикончила бы тебя прямо сейчас. Не понимаю. Так, гидролизки. Бешенство, панцирь и иглы. Ну-ка. Скорость атаки повышается, но это прожимать надо. И КД 30 секунд. %25 Ну, дальность хорошая тема. Может, дальность взять. И прожимать не надо, и нормально будет. Так, ну с эволюцией, наверное, потом. Мы даже не знаю, или сейчас посмотреть. Сначала Керриган посмотрим. Доступны способности следующей ступени. Чтобы использовать новую способность, ее нужно сначала выбрать. Иначе она не будет активной. Так, пассивная, улучшенная надзиратели. Мутация в надзирателе происходит мгновенно. И обеспечивает на 50 больше припасов. Нормальная тема. Возрождение зерлинга. После гибели зерлинги возрождаются в главном инкубаторе без затрат ресурсов. Раз в 30 секунд может возродиться до 10 зерлингов. Пока все убитые зерлинги не возродятся. Взять надзирателей. Нормальная тема. И, наверное, посмотрю, что там в эволюционном. Что за эволюция. Вид зерглинг готов к улучшению.
На принадлежащей Доминиону планете обнаружена уникальная эссенция. Получить эссенцию, адаптировать зерглингов, уничтожить форпост Доминиона. Так, Раптор. Быстрая ближнего боя. Может преодолевать уступы прыжками. Сворлинг. Быстрая единица ближнего боя. Порождение происходит практически мгновенно. Одновременно появляются три особи. Так, начать задание. И можно будет менять, наверное, нет? Надо посмотреть. Планета Калис. Форпост Доминиона в скалах над долиной. Вне зоны досягаемости. Требуется адаптация. Местные караки атакуют жертву в прыжке. Поглотить карака, получить эссенцию, внедрить в генетическую структуру зерглингов. Ассимилировав эссенцию, Рой сможет атаковать форпост. Эссенция получена. В генную структуру зерглингов добавлен новый фрагмент. Усиленные зерглинги готовы к бою. Что ж, посмотрим на них в деле. Доставляю дополнительных зерглингов. Противнику преодолевают утесы. Уничтожен. Следующий подвид готов к тестированию. Ну, прикольно. Астрид 3. Дикая стая зергов. У инкубаторов выработался уникальный механизм адаптации. Сверхбыстрое порождение зерглингов. Я беру базу под контроль. Вношу изменения в генетическую структуру Роя. На планете обнаружены войска Доминиона. Направляются к базе. Абатур, быстрее! Выведен новый вид. Сворлинг. Готов к производству. Сворлинги. Быстрое развитие. Рождаются трое из одного кокона. Численное преимущество над противником. Войска Доминиона наступают. Создайте сворлингов. Слишком много зерглингов. Агрессоры уничтожены.
Нужно произвести больше зерглингов. Разрушить базу. Нам нужно больше. Доминиона разгромлены. Испытание сворлингов завершено. Нужно подготовить генетический материал для адаптации Роя. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Отлично. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Да я даже не знаю. Ну прыгать я не знаю, что в каждой миссии прям надо будет. А вот все равно какие-то летающие будут. А вот эти вот, которые быстро, наверное, их возьму. Эволюция завершена. Так, наверное, поприкольнее будет. Скорость атаки. Еще скорость передвижения им взять, и тогда нормально будет. Ну и все, посмотрим задание. Протосы запустили корабль с темной стороны Калдира. Мы еще ощущаем его присутствие. Но время уже на исходе. Заразить протосское судно. А, это, наверное, какое-то в корабле задание. Ну-ка. Один из ваших кораблей покинул планету. Значит, тебе осталось только дождаться прихода Золотой Армады. Ты умрешь быстро. Прости. За что? За то, что убиваешь мой народ? За то, что должна сделать. Твои друзья на корабле знают, что кто-то остался здесь. Они чувствуют твое присутствие. Нет. Но они не могут телепортировать тебя к себе, потому что я блокирую их способности. Нет. Нет. Но если я сниму защиту... Нет! Не телепортируйте меня! Нет! Ты позволила протосам забрать ее? Она станет их смертью. Интересно. При выполнении определенных заданий вам будут подчиняться другие герои. Используйте их уникальные способности, чтобы победить противников. Ну, давай. Я должна предупредить тамплиеров. Давай. Слушай внимательно. На этом корабле тебя ждет множество опасностей. Будь осторожна и выполняй мои команды. Ты будешь поглощать врагов и расти. Тебе надо заразить этот корабль и убить всех протосов до единого. Личинка?
захватывает контроль. А теперь ступай и породи потомство. На этом корабле полно живых существ. Тебе будет легко найти биомассу. Чё-то пока не видно живых существ. Зелот, спрячься в этом существе с помощью паразитического заражения. Что за шум? Отлично. Он ушел. Убей своего хозяина и двигайся дальше. Часовой, спрячься за дымовой завесой и подожди, пока он скроется. Обнаружен эскиз сервер. Приоритетные задачи установлены. Остальные задачи отменены. Начинаю патрулирование. Мимо этих зелотов тебе не пробраться. Заберись в Урсадона и убей их. В этом Урсадоне паразит Серга! Протосы считают, что некоторые животные на корабле заражены вирусом Зерга. Они даже не представляют, с чем им предстоит столкнуться. Пришло время стать матерью стаи. Это я собрал. А как? Что дальше-то? Так, здесь типа закрыто. Тут тебя никто не увидит. Мутируй. Расти. Мать стаи, ух ты.
Тебя зовут Неадра. Твоя цель — породить потомство и уничтожить протосов. Убей их всех. Я живу, чтобы служить тебе. А, порождать тараканов научиться. Этот корабль сгорит! Не выполнить. Наше время пришло. О, нормально. Я жду приказов. Нет, нужно убить этих существ. Я могу поглотить их биомассу и использовать ее, чтобы вырастить свою стаю. На корабль проникли зерги! Воины, убейте их! Авуроя! Охота продолжается. Мы повинуемся. Несомненно. Этот корабль сгорит. Во славу Роя! Мы повинуемся. Как пожелаешь. Невыполнимая команда. Да, моя королева. Охота продолжается. Несомненно. Мы повинуемся. Охота продолжается. Как пожелаешь. Во славу Роя! Да, моя королева! Этот корабль сгорит! Да, моя королева! Так, это типа я собрал сколько? А, сломите их защиту! Рой ничто не остановит! Не так мягко! Этот корабль сгорит! Как пожелаешь! Единственный проход дальше по этой трубе. Вперед! Во славу Роя! Мы повинуемся! Несомненно! Да, моя королева. Этот корабль сгорит. Несомненно. Мы повинуемся. Я стала слишком велика для этих шахт, но мои зерглинги без труда в них заберутся. Тот механизм питает щит. Щит больше не преграждает мне путь. Вперед! Веди мою стаю. Охота продолжается. В этой части корабля чувствуется сильное энергетическое поле. С чем это связано? А хрен бы его знал. Охота продолжается. Как пожелаешь. Несомненно. Да, моя королева. Этот корабль горит. Как пожелаешь. Во славу Роя. Охота. Я чувствую энергию. Ты нашла прыжковый двигатель. Уничтожь его, и этот корабль никогда не доберется до Шакуроса. Несомненно. Этот корабль сгорит. Мы повинуемся. Да, моя королева.
Этот корабль горит! Щит отключен! Теперь я уничтожу прыжковый двигатель! Да, моя королева! Так. Как пожелаешь. Охота продолжается. Во славу Роя! Мы повинуемся. Несомненно. Охота продолжается. Вам не сдержать, Рой! Во славу Роя! Веди мою стаю! Взрывы утихли. Подожди тут. Я чувствую возмущение энергии в следующем отсеке. Авария. Отказал источник энергии. Вывожу воинов из состояния стазиса. Мы повинуемся. Да, моя королева. Как пожелаешь. Ниадра, пора эволюционировать дальше. От этого зависит рост твоей стаи. Невыполнимая команда. Я Ниадра. Этот корабль сгорит. Несомненно. Уничтожить образцы! Нельзя дать зергам их поглотить! Убейте протосских воинов! Нам нужна эта биомасса! Этот корабль сгорит. Мы повинуемся. Да, моя королева. Как пожелаешь. За славу Роя. Охота продолжается. Несомненно. Как пожелаешь. Мы повинуемся. Этот корабль сгорит. Мы повинуемся. Несомненно. Во славу Роя! Да, моя королева! Так, еще немножко. Охота продолжается! Этот корабль сгорит! Да, моя королева! Мы повинуемся! Как пожелаешь! Во славу Роя! Пожелаешь. Охота продолжается. Несомненно.
Тебе надо перейти на следующую ступень. Скоро тебя ждет последний бой. Охота, Шадон! Нельзя дать им убить Урсадона! Совместно! Да! Моя коллега! Во славу Роя! Как пожелаешь. Этот Урсадон мой! Давай, нужно убить этих протасов! Никуда ты не уйдешь! Этот корабль сгорит! Уничтожь спасательные капсулы, пока их не запустили. Протасы не должны доставить весь наш Акурос. В атаку! Мы должны выиграть время для наших братьев! Хода продолжается! Они начали готовить к выезду новые спасательные капсулы! Уничтожить их! Враги не страшат меня, ибо со мной вся сила Кхалы. Мы повинуемся. Невыполнимая команда. Этот корабль сгорит. Мы не уйдем в пустоту без боя. Да, моя королева. Нас никому не победить! Мы пожертвуем своими жизнями ради Кхалы! Конечно, пожертвуйте! Славу Роя! Да, моя королева! Охота продолжается! Как пожелаешь! Несомненно! Этот корабль сгорит! Мы повинуемся! Этот корабль сгорит! Да, моя королева! Все. Все протасы мертвы, моя королева! Моя королева, ты слышишь меня? Мы остались одни. Королева клинков поставила перед нами одну цель — уничтожить протасов. Мы должны быть готовы. Мы снова будем служить. Прикольно. Эволюция, наверное, для таракана. Потом биомасса какая-то, что там.
не меньше 20 секунд. Обратного пути нет. Я не понимаю тебя. Протосы никогда не простят мне того, что я сделала здесь. И если у них поубавилось страха, когда я стала человеком, то теперь они снова начнут бояться меня. Но я не буду ждать, когда они придут за мной. Я ударю первой. Левиафан может по твоему приказу совершить перелет к другой планете.